Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами поговорим о лечении бородавок на пальцах рук. Действительно, на пальцах рук часто возникают бородавки. Это связано с заражением бытовым вирусом папилломы человека. Следует упомянуть, что вирус папилломы человека передается как половым, так и бытовым путем. И чаще всего те бородавки, которые локализованы на руках, никак не связаны с теми вирусами папилломы человека, которые передаются половым путем. Однако такое тоже возможно. Почему локализуются бородавки на пальцах рук? Потому что, естественно, происходит заражение наиболее часто, травмирование пальцев рук, что облегчает проникновение папилломы непосредственно в кожу, та кожа, которая травмирована. Через неповрежденную кожу вирус папилломы человека, как правило, не проникает. Часто спрашивают, нужно ли смотреть вирус папилломы человека внутри крови. Нет, эти вирусы, как правило, не проникают за пределы базальной мембраны. Базальная мембрана – это то, что отделяет, собственно, кожу от подкожной жировой клетчатки. И поэтому такие вирусы практически не проникают в кровь. Ну, может быть, за исключением тех лиц, которые страдают ВИЧ-инфекцией и так далее. Но сейчас мы рассматривать об этом не будем. Что происходит? Происходит, соответственно, разрастание тканей, ткани эпидермиса, формируются такие вот сосочки и формируется классическая бородавка. Как лечится бородавка? Если это бородавки одиночные, то они лечатся разными способами удаления. Если это маленькие бородавки, то, в принципе, меня часто спрашивают, можно ли самому попробовать удалить бородавку. В принципе, это возможно. Если бородавка объемом 2-3 мм, там 4 может быть, и она находится на одиночной, достаточно доступном месте, то если вы мните себя врачом, то вы можете попробовать удалить ее там, растворами, которые продаются в аптеке, по типу чистотела, суперчистотела и под другими торговыми названиями. Без сомнения, к вот этим травам данные растворы не имеют никакого отношения, представляют из себя химические соединения, чаще всего щелочи, либо кислоты, которые, в общем-то, происходят химическую коагуляцию кожи, то есть, грубо говоря, они сжигают химически ту кожу, на которую попадают, формируется химический ожог. Поэтому такое возможно, однако, если бородавка достаточно большая, то есть риск того, что вы полностью не удалите. Дальше такое удаление, естественно, оно никак не отличается по глубине залегания бородавок. Если вы чувствуете, что бородавка достаточно глубокая и неповерхностная, то удалять такими жидкостями я бы вам не рекомендовал. Кроме того, противопоказанием к самостоятельному удалению является и то, что когда бородавок много, они начали кровоточить и так далее. Или, допустим, после неудачного удаления формируется так называемое ведьмино кольцо. То есть, когда бородавка разрастается по краю удаляемой области, допустим, в центре находится либо удаляемая область уже нормальная, либо рубец после удаления, а по границе рубца наблюдается рост бородавки. Такое состояние в простонародье и в медицине часто называется ведьмино кольцо. И представляет из себя попытки неудачного удаления бородавок, в том числе на пальцах рук. Какие методики удаления бородавок существуют в медицине? Официально, так сказать, это, во-первых, обработка жидким азотом или криодеструкция бородавки. Жидкий азот – это газ, который превращен в жидкое состояние по температуре минус 170-180 градусов. По сути дела, он наносится чаще всего ватным тампоном, либо специальным аппаратом, криоини называется. Я показывал его в одном из наших видео. И, соответственно, происходит контакт либо самого жидкого азота на вате, либо, соответственно, специального железного наконечника металлического с непосредственно поверхностью бородавки и, по сути дела, отжигание ее с помощью этого жидкого азота. Этот метод практически достаточно часто применяется, именно если брать пальцы рук, то это тогда, когда, во-первых, это детки, и они боятся обезболивания, во-вторых, это обезболивание видеоугольчиков, конечно. Второе, это когда бородавка достаточно большая, и желательно, если и доудалять ее другими методами, то когда удалится уже часть жидким азотом, мы планируем многократное удаление из-за большого размера бородавок. И также в ряде случаев удаляются бородавки на пальцах рук, околоногтевые и подногтевые бородавки, ну, чаще всего околоногтевые. Почему это происходит? Потому что азот может захватить часть
бородавки, которые уходят под ноготь. А если удалять ее классическими методиками, такими как коагуляция, электрокоагуляция, радиоволновой метод, лазер, то здесь ноготь надо хотя бы частично удалять. Не каждый пациент на это хочет идти сначала, и поэтому, да, действительно, попытки удаления жидким азотом подобных бородавок часто встречаются, и я использую данный метод в своей практике. Соответственно, по сути дела, жидким азотом мы добиваемся такого ожога холодом, то есть формируется либо покраснение пузырь, в худшем случае это такое омертвение даже ткани, но до него, как правило, не доходит. Соответственно, вот такая методика это жидкого азота. Вы можете посмотреть достаточно страшные картинки в том же Яндекс.Картинках и Google картинках, что происходит после удаления жидким азотом. Дальше второй метод это радиоволновой метод. Используется чаще всего аппарат Сургитрон, это американский аппарат, который излучает наконечниковую радиоволну, она просто производит испарение тканей, относительно неплохо коагулируются сосуды. Широко используется этот аппарат, в том числе в нашей клинике. Соответственно, он один из лучших, особенно когда есть какие-то сомнения в том, что эта бородавка необходима, гистологическое исследование, то есть микроскопия удаленной бородавки и все-таки постановка окончательного диагноза, что это была именно бородавка, а не родинка, там, не меланома, ну и так далее и тому подобное. Образуется после подобного удаления сургитроном поверхностная корочка, которая через 1-2 недели отходит и, соответственно, как правило, без рубцов заживает, если объем бородавки не очень большой. Иногда формируется, конечно, рубец при любом методе удаления. Чаще всего это происходит при глубоких бородавках, либо большом объеме бородавки. Ну и, соответственно, коротко коснусь электрокоагуляции. По сути дела, это более грубый метод, чем радиоволновой метод, поэтому сейчас он отходит уже и практически не применяется. Единственное его, так сказать, он чуть более лучше тем, что он более качественно прижигает сосуды, но на пальцах это никак не необходимо, на пальцах рук в частности. Это используется иногда при оперативных вмешательствах, поэтому в этом случае такая вот электрокоагуляция отходит уже на второй план, это устаревший метод, чаще он образует рубцы, корочка при нем такая более плотная, прожигание тканей более неконтролируемое, что приводит чаще всего к рубцеванию, и у нас в клинике этот метод не применяется из-за того, что он достаточно устарел уже именно для данной категории пациентов. Ну и лазер, это однонаправленный пучок электронов. Он также происходит, по сути дела, сжигание бородавки, поэтому если планируются какие-то взятия на гистологическое исследование, то это невозможно. Практически лазером в большинстве случаев, если бородавка только не на большой ножке и не очень большая. Соответственно, иногда после лазера образуются даже более грубые рубцы, чем после электрокоагуляции. Поэтому лазер неприменим у людей, которым свойственно рубцевание, гипертрофические рубцы или килоиды. Об этом вы можете посмотреть отдельное видео на нашем канале. Поэтому лазер мы также применяем. В ряде случаев он несколько безболезненный. Если мы применяем при маленьких бородавках обезболивание именно кремом Эмлой или 10% раствором лидокаина, а не инъекционно, то иногда лазер более предпочтителен вот именно в этом отношении, когда пациенты боятся уколов, опять же, и мы применяем наружно, только обезболивание в виде наружного нанесения обезболивателей. Ну, однако, серьезных преимуществ, на самом деле, по сравнению с радиоволновым методом, лазер при лечении бородавок на пальцах рук не имеет. Поэтому, в принципе, вот эти две методики, это радиоволновое удаление и лазер, наиболее часто используются, если, конечно, это не описываемый в начале мной, скорее, случай исключения, тогда чаще применяется жидкий азот. Естественно, что если бородавок много, и если они повторно появляются, независимо от удаления, то необходимо наряду с удалением, конечно же, лечение бородавок на пальцах рук. В этом случае необходимо на голодный желудок сдать такие анализы, как общий анализ крови и иммунограмму, для последующей коррекции именно того звена иммунитета, который страдает именно у вас. Не нужно ни в коем случае себе колоть какие-то якобы стандартизированные препараты для лечения бородавок или вируса папилломы человека, потому что таких попросту нету, и группы препаратов направлены на конкретные звенья иммунитета. Именно поэтому нужно узнать, в каком направлении двигаться, какую группу препаратов именно у вас можно применять. Поэтому здесь, конечно,
в случае повторных рецидивов бородавок лучше сдать подобные анализы и назначить индивидуальную терапию. Это могут быть таблетки, комбинация таблеток и уколов и так далее. Есть разные варианты как по конкретным названиям препаратов, так и по длительности терапии. При необходимости диагностики и лечения бородавок на пальцах рук вы можете обращаться в наш медицинский центр платной КВД в Москве. У нас принимают опытные дерматологи, которые занимаются диагностикой и лечением бородавок на пальцах рук. Ждем вас в нашей клинике, а также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал в Instagram. Спасибо за внимание.